Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 21 апреля. Погода замечательная стоит. Сегодня на обзоре у нас будет инкубатор для выведения цыплят, гусей, утят. Вот такой инкубатор муж заказал на сайте. Вот сейчас мы распакуем и посмотрим, что за инкубатор. Первый раз заказали, никогда дела не имели с этими инкубаторами. Поэтому сейчас посмотрим. Ну, давай распаковывай. Здравствуйте. Да. Заказали инкубатор на 108 яиц. На 108, да? Да, на 108 куриных. Гусиных там 58. И утиных также. Называется инкубатор «Несушка». Посмотрел, вроде бы хороший, 90% из закладки выводятся это птенцы. Надеюсь, что неплохо. Да, упаковку сейчас посмотрим, да. Ну, он быстро, да, пришел? За 10 дней. Написано за 10 суток. С отслеживанием, да, все как положено. Ну. Еще одна какая-то коробочка. Так, давай. Вроде бы нормально упаковали. Бумажка что-то есть или нету? По бокам бумага, нет, да. Бумаж. Ну, мы его сейчас включим, да, проверим, как что. Там возврат есть, да? Вот. Сколько дней дается на возврат? От 14, там до 30, что ли. Так. Тут это что, накладная? Ну да. Как называется инкубатор? Ну да, правильно сказал. Несушка. Вот. А, тут написано на 104 яйца, а там 108, я смотрел. Понятно. На сайте было 108. 220 вольт, и можно от аккумулятора это подсоединять от мотоцикла. 12 вольт тоже работает. Автоматический поворот, налогов, цифровой индикатор, температуры. Автоматический поворот, да? Стоимость сама инкубатора 6,367. Ну, он полностью автоматический, да, я так понимаю? Да. Ну давай посмотрим, распакуем его. Тут пока лежит. Так, здесь что у нас? Ну-ка дай-ка я посмотрю. Ну, вот написано несушка, все тут. Ну да, вот видите. Вот. Количество. Вон там галочки. Автоматически там все это. Ну ладно, давай распаковывай. Посмотрим. Первый раз дело имеем с таким инкубатором. Ни разу не занимались. Ну вот. Посмотрим, как. Так, подержу. Но они все идут сейчас пенопластовые. Вот такой у нас инкубатор. А вот крышка, все наоборот. Просто налеплено или это? А это что-то? Это низ, наверное, или что? Я даже не знаю. Ну это низ. Да. Вот он фанзер. Вот он, видите, как выглядит. Я, конечно, в этом не понимаю, но вот надо разбираться будет нам. А, эти надо убирать. Когда они подокрепленные, ребят, на низ ловят. Тихо, тихо. Все. Ну так, смотрим, это всякие тут включатели, да? Такой вот он кишок. Я, конечно, с такими вещами дела имею первый раз. Вообще понятия не имею и в реальности никогда даже их не видела. Только по интернету. А так вот, у меня даже у знакомых такого, ну, нету. Нет таких знакомых. Вот. Здесь у нас эта крышка. Здесь, а, ну, вот книжка есть. Я так понимаю. Вот она.
Так, инкубатор бытовой, не сушка. Вот руководство. Ну вот, вот такая вот крышка у него, я так понимаю. Здесь окошко. Здесь какие-то всякие штучки. В общем, как подсоединим, покажем вам. Посмотрим, как работает, что солнышко ярко светит. Вот. Главное, чтобы работал. Вот. Ну, у нас соседи заказывали 2 раза инкубаторы такие. Вот. Ну, в принципе, довольны, жалоб нет. Ну, посмотрим, как у нас будет, что получится. Будем вам показывать. Покажем, как заложим яйца, как выведутся цыплята. Все будем показывать. Так что оставайтесь с нами. Ну, вот такая вот книжечка еще прилагается. Тут он. Нужно посмотреть, какую птицу выводить. Как что делать. Такое все. Вон тут. В принципе, почитать можно. Внимательно. Вот. Ну, вот такая вот эмблемка. Вот, кому интересно. Собрали его. Ничего сложного нету, в принципе, в нем. Такой у него этот выключатель вот такой у него. Я так поняла, он не кнопочный такой. Вот. Ну и там внутри поднимай, посмотрю. Вот еще от аккумулятора он заряжается. Вот. Такие у него клеммы тут есть. Но аккумулятор надо к нему покупать отдельный. Вот. Да. Ну, здесь ничего такого нету. Вот такая вот система у него. 2 окошечка. Вот. Вот такая вот решетка. Вода наливается. Ну, это везде вода наливается. Здесь вот такая вот штучка. Вот. Все, пускай. Сейчас включим, проверим, как работает. Видите, температура стоит у него. Ну вот, так видите, делает. Так вот. Видно вам, не видно? Вот. Солнце светит, в общем, сильно. Ну, в общем, работает он, да. Вот такая вот. В общем, почитали мы. На форумах почитали, в принципе, люди, отзыв о этих инкубаторах неплохой. В принципе, люди довольны. Ну, мы как первый раз, поэтому, я думаю, для нас это вообще оптимальный вариант. Дальше будем больше изучать, читать больше информации, смотреть сейчас, потому что есть еще другие инкубаторы, более там вообще какие-то навороченные, усовершенствованные. Ну, посмотрим, как этот будет нам служить, работать. Так что, друзья, оставайтесь с нами, пишите свои комментарии, у кого есть такой инкубатор или был, отзывы оставляйте. Очень будет и полезная информация для нас. А на этом хочу с вами попрощаться, мои хорошие. Всем спасибо. Ставьте пальчик вверх, кому понравилось видео. До новых встреч, мои хорошие. До свидания. С вами была Марина. Пока-пока, мои хорошие.